Привет! Карта Ленорман и чудодейственное предсказание на среду. Актуальность для вас этого видео и его абсолютная точность заключается в том, что оно актуально тогда, когда вы нажали «Посмотреть» в ту среду, которую вы для себя загадали. Расклад будет один, варианты будут в процессе расклада. И, опять же, он общий, но именно для вас, потому что индивидуально заключается в том, что вы нажали в свое время посмотреть. И не бывает так, чтобы два одинаковых человека именно в тот момент, в том же городе, да, в том же месте, как бы по астрологии это все, да, идет, мог нажать посмотреть. В этом заключается его индивидуальность для вас. Ну что ж, судьбоносное событие на среду. Как себя вести? Будет расклад очень четкий, очень конкретный. Я говорю «вы», потому что я обращаюсь к вам на «вы», я вас уважаю. Вы должны обязательно знать с моей стороны, это общий расклад, но вы выбрали его. Вашей рукой вела сама судьба, поэтому это для вас. Это чисто для вас. Первая карта, которая вышла, это карта «Якорь». И она говорит об очень успешном конкретном дне. День будет стабильный. Самое главное, стабильный день, да? Стабильный. И очень даже гармоничный. Карта «Гарден» или «Сад». Очень гармоничный день. Я, кстати, иногда произношу на том языке, на котором написано. Во-первых, Ленорман – это совсем не русская система. Но именно эти Ленорман сделаны английским человеком. Да? Хотя Ленорман – французская система. Сделаны они английским. И когда я вот призываю карту именно ее, тем, что написано, карта начинает играть новыми, более точными красками. Итак, «Anchor» – это якорь, и «Сторг» – это аист, если кому-то интересно. А вообще-то это аист, якорь и сад. Три основные эти карты, которые показывают тенденции дня для вас, они самые радостные, самые классные, потому что будет успех в том, что в доме-то будет все хорошо. Это очень удачный день, если, например, у вас выходной. Бывает у людей в среду выходной. Это удачный день, если у вас, например, в среду день рождения. Поздравляю вас и желаю вам счастья. Это удачный день, или если вы хотите себе спросить у себя, надежный ли это человек, потому что якорь – это самый надежный человек, который всегда будет с вами, и на которого можно просто положиться, да, так же, как целый корабль, он все свои ожидания вкладывает в якорь, и чем сильнее якорь, тем будет надежнее на корабле, если корабль находится в стабильном положении, хочет находиться. А корабль – это идея жизни вашей. Мы все путники в этой жизни, но нам хочется стабильных таких якорей, то есть людей, на которых можно положиться, дом, который будет для нас надежным. И вот эта карта «Якорь» об этом. В среду прекрасно делать большие покупки, покупать какую-то недвижимость или уже ее искать, делать какие-то покупки, например, поездок. Очень будет удачная покупка. Самолет заказать, поезд, какую-то путевку. И карта «Сторг» или же «Аисты» говорит о том, что получится переезд. Очень успешный, удачный переезд, перелет, переезд. Также «Гарден» или «Сад» предполагает то, что вы будете успешно себя чувствовать в обществе, со своими друзьями, со своими любимыми. Будет все складываться так, как вы пожелаете. Поскольку эти расклады у меня чисто авторские, они очень конкретные, пусть вас не шокирует то, что я буду сейчас говорить. Я буду давать вам рекомендации на утро, на день, на вечер, диета, одежда. Вот я люблю делать такое. Я всегда делаю очень конкретно. Итак, начнем с утра. Утро. Тучи, может быть, будет пасмурная погода, может быть, или может быть грустно на душе почему-то, может, вчерашний день был напряженный, и отнестись к себе нужно по-дружески, как собака относится к господину, да, вы сама для себя символически, или сам, если вы мужчина, собака и господин, поэтому отнестись к себе нужно по-дружески, собака здесь с мисочкой, да, предполагает, чтобы улучшить настроение утреннее, нужна
Нужен какой-то сбалансированный завтрак. Завтрак, который будет состоять из баланса между протеином. Собачка любит протеин. Из протеина или из витаминчиков каких-то, да. Вот это все нужно. Сбалансированный завтрак утренний приведет вас к тому, что ваше настроение улучшится. И улучшится тоже состояние духа. Я немножко сдвигаю, потому что хотела бы сделать экранчик такой, чтобы карты были у вас немножко побольше, да? Вот так. Итак, это ваше утро. Хмурость пройдет, потому что то, что вы съедите, даст вам возможность поправить свое настроение. Эти три основные карты, они закладывают весь день, и я вам уже их описала. Если есть желание, можно, конечно, еще раз послушать, и вы услышите их четкое описание. Теперь будем смотреть, что вы наденете утром, что для вас будет полезно, какой цвет, может быть, карты Ленорман покажут, да? Букет – это что-то цветочное, цветочная одежда, может быть, принт такой на одежде цветочный, либо же пастельные такие тона цветов. Ну, не всегда пастельные, кстати, потому что, например, в тропических странах, ой, цвета цветов не совсем пастельные, там бывают яркие. Но во всяком случае, может, цветочек будет на одежде, на блузе или на юбке, что-то такое красивенькое, да. Может быть, шарфик какой-то, вот даже если это в такой пасмурный день, может, шарфик должен быть такой яркий, с цветочным рисунком. Вот это вам необходимо в этот день. Или, может, сережки будут в виде цветка или какое-то ожерелье. Что-то такое, знаете, радостное. И тоже миксировать цвета можно в этот день. Даже вот то, что несопоставляемое. Как на поле цветы, они бывают разных оттенков. Но все равно будет гармонично у вас. Одежда должна быть вот такого плана, как я описала вам. И она вам принесет удачу и в переговорах, и во всем. Это вы, красавица. Вы красавица. Когда вы наденетесь, так не будете себя чувствовать Золушкой, да, а будете себя чувствовать этот день госпожой, которую вот добрая волшебница приодела красивенько. Это придаст вашему дню какой-то особый аромат и сделает вас счастливой. Вот касательно этого. Тоже косметика должна быть такая свежая. Цветы – это символ свежести и победы. Поэтому свежесть, такой победный тон, это все придаст вам шарма. Шарма придаст. Итак, днем что скушать? Днем лисичка, она ест курочку, поэтому днем может быть что-то куриное или индюшинное. Белое мясо, такое легкое мясо, не красное. Может быть, вот если ланч, так тоже не только еда, но прогулка небольшая, свежая на природе вам поможет. Силы получить, да, днем, что еще, и беседа какая-то днем, вот во время ланча или же обед по-русски, да, мы все уже знаем такой ланч, не потому, что там английские слова плохие, они там завоевали нас, ну, потому что это интернационально, допустим, да, и мы все знаем, что весь мир – это одна общая деревня, все мы из одного теста сделаны. Так что вот обед или ланч, он может быть разговором тоже с друзьями в этот день. И такой милый разговор, легкая какая-то куриная еда, вот курочка поможет вам, да, восстановить силы, на природе где-то пройтись чуть-чуть, вот такой ланч будет вам в пользу. Вот, итак, хорошо, после обеда и вечер. После обеда и вечер. Ну, смотрите, вечером встретитесь с любимым человеком, с вашей любовью, обнимите его, не забудьте, обнимите его, скажите, как вы его любите, спросите, как у него был день, как мы хотим, чтобы нам относились другие, так мы должны относиться и к ним. Карта Клевер. Удачный вечер, спокойный, удачный, в кругу любимых или себя любимой, да. Иногда мы, знаете, не забываем, что в кругу себя любимая – это лучше, чем с кем-либо. Вот. Так что это очень хороший вечер. Тихий, спокойный, радостный и простой. Главное – простой. Если у вас в этот день какая-то вечеринка или кто-то вас пригласил, оденьтесь просто вечером, просто маленькое черное платье или, может быть, маленькое синее и бежевое платье, кстати, вот здесь по цветам, да,
легко-легко оденьтесь, просто, очень просто, это вам поможет очень, без вычурности. Часто мы, девочки, слишком стараемся, и к нам тяжело подойти. Ну, я таким не отношусь, вы, если меня знаете, я люблю простоту в одежде, и не потому, что у меня нет средств, а потому, что я люблю так. Вот такие дела. Но не обо мне идет сейчас речь, я просто себя в пример привела. Я ведь и для себя смотрю, и для всех нас, дорогих девочек, для вас конкретно, да, вот конкретно. Важно, вы все равно услышите свое. И у вас ведь свое черное маленькое платье, да, или у вас своя легкая косынка, она ведь у вас своя. И поэтому вот это предполагается надеть. Легкий такой простой, спокойный разговор, или же ведите себя попроще. Клевер – это просто, все просто. Итак, а в этот день, может, какие-то покупки? Покупки, может быть. Карта «Медведь». Угу. Хорошая очень карта. Это «Медведь» – это очень сильная карта. И мужчина. Вам мужчина, может быть, сделает какой-то подарок, позаботится о вас, скажет, как он вас любит, и что-то вам, может, даже купит приятное, прекрасное. Кстати, в этот день можно себя расширить, как-то укрепить себя по-мужски, так, знаете, отнестись к себе. Потому что мы же, девочки, не должны понимать, что наш мальчик спрятан у нас внутри, да, и не я, вы сами понимаете, да, или мужское, женское по-русски. Ведь эти все эзотерические принципы, они национальности вообще не имеют. Поэтому это вот мужская бизнес-нотка, она в этот день очень сильно проявится. Вы можете хорошо заработать. Медведь – это начальник. Может, вы начальница или начальник. Очень хороший расклад. Я рада его вам преподнести. И желаю вам всем счастья в этот день и всегда. Ставьте, пожалуйста, лайки, если мои расклады вам как-то помогли. А как это знать? Сканируйте свое самочувствие до расклада и после. И если после расклада вам стало немножко приятнее, даже чуть-чуть, поставьте лайк. Это вам поможет, потому что это хорошо для вас. А я очень благодарна за лайк. Моя дружба для вас – это расклады, а ваша дружба – это подписка на канал. Если есть желание, подписывайтесь. У нас здесь уютно, хорошо, и все для вас. Также благодарю всех за донаты, кто посылает из моего сайта, за вашу дружбу. Увидимся с вами на моем следующем видео. Всем добра. Пока!